замечали ли вы когда-нибудь такую закономерность? Когда мы чего-то очень сильно хотим, то на пути к нашей цели возникает очень много препятствий, много проблем. И порой совокупность всех этих неприятностей и проблем заставляет нас отказаться от наших целей, махнуть рукой и пойти в другом направлении. И именно в этот момент та цель, которая казалась нам такой труднодостижимой, оказывается доступной и преподносится нам буквально как на блюдечке с золотой каемочкой. Почему так происходит? Вадим Зеланд в своих книгах, посвященных трансерфингу реальности, объясняет, что такое положение вещей происходит из-за того, что мы придаем каким-то своим целям, каким-то вещам избыточную важность. И чем больше важности мы вкладываем в какой-то проект, в какую-то цель, в какой-то замысел, тем больше препятствий мы сами создаем на пути к этой цели. И есть способ, и даже множество способов, убрать все эти препятствия на пути к нашей цели. И суть всех этих способов состоит в том, чтобы снизить важность этой цели для нас. Как снизить важность? Для этого также существует множество способов, и вот один из них. Если вы хотите обладать какой-то вещью, или хотите поехать куда-то отдыхать, то не нужно концентрировать на каком-то одном варианте 100% своего внимания, своих ресурсов, денег, усилий. Обязательно продумывайте альтернативные варианты. Если вы хотите поехать на какой-то курорт, подумайте, что может оказаться, что эта путевка будет недоступна, что этот курорт будет недоступен. И чтобы не потерпеть в этом случае неудачу, создавайте альтернативные варианты. Рассматривайте другие курорты, куда вы могли бы поехать. Смотрите предложения других магазинов, где продается эта же самая вещь, или другие вещи, которые похожи на эту. Не надо складывать все яйца в одну корзину. Не нужно ставить всю сумму имеющихся у вас денег на одну карту, на одно поле в рулетке. Если вы распределите ваши усилия, основную часть на вашей цели и некоторую часть вашей энергии на альтернативные варианты, то, возможно, вы и не воспользуетесь этими альтернативными вариантами, но ваша главная цель станет гораздо легче достижимой. Снизьте уровень важности вашей цели, найдите альтернативные варианты, и тогда вы устраните очень многие препятствия и проблемы, которые неизбежно возникнут на пути к вашей цели, если вы будете придавать ей избыточную важность. С вами был Антон Деркач. Если это видео было интересно или полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков. Я желаю вам счастья. Увидимся в новых видео.